Перед отправкой этого не совсем звычайного поэтичного автобуса организаторы крыху хвалюются. Признаются, что вельми хочется, каб их совместный творчий проект граждане оценили по вартости. З идеей запустить по городским маршруте автобус, який б знайомил жыхароў и гостей областного центра с поэтичными творами белорусских классиков, выступило кіраўніцтва открытого акционерного товариства «Гомеля Балаутатранс». Супрацовники областной универсальной библиотеки имя Ленина задумку подтримали с энтузиазмом и допомогли реализовать проект у жыццё. Нашими специалистами был подготовлен литературный материал. Мы работали в основном с классиками белорусской литературы, с поэтическим материалом. Якуб Колас, Янка Купала, Максим Танк, Максим Богданович. Прокатиться у тематично оформленном автобусе гомельчане мают махчимость на самом протяглым у областным центре маршруте номер 20 «Старая Волотова, Медгородок». У салоне они почуют верши знакомитых белорусских поэтов у выконании супрацовников областной универсальной библиотеки имя Ленина, которые являются артистами одиного Украины библиотечного театра «Граки». Якуб Колас, образы милого родного края, смуток и радость моя. Что мое сердце на вас порывает? Чин, так прикованный я. Меж тем спыняться на досягнутым организаторы не собираются. Яны плануют развивать и удосканаливать свой проект. Например, мают намер обеспечить поэтичный автобус тематичными друкованными материалами, а коли проект граждан сподобается, запустить подобный арт-транспорт и на иншие маршруты. Так само супрацовники открытого акционерного товариства «Гомель Абалаутатранс» и областной универсальной библиотеки имя Ленина запрошают до уделу у проекте усих необыяковых дородной литературы. Приглашаем к сотрудничеству нашу творческую интеллигенцию, города Гомеля, области, для того, чтобы поэты, молодые поэты, несли в массы свое творчество, ну и пропагандировали белорусскую поэзию, белорусскую литературу. Организаторы спадзяюцца, что гэты оригинальный проект для жыхароў и гостей областного центра станет приемным подарунком у год культуры и до Дня белорусской письменности. Дарэчы, аналогичный поэтичный автобус у хуткім часе пачне курсировать и у Рагачове. Его маршрут будет пролягать праз увесь город. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».